Когда дело пошло на поправку, врачи не сразу позволили Ленину выступать на митингах, участвовать в собраниях. Поэтому киносъемка должна была зримо подтвердить газетные сообщения. Ленин выздоравливает, опасности больше нет. Уже не раз видишь эти кадры, рассказывала большевичка Елизавета Драбкина, и все же каждый раз удивляешься тому полному отсутствию какой бы то ни было позы, той естественности и смущению, с которыми держится Владимир Ильич перед камерой. Ни тени величественности, никаких попыток как-то выглядеть. Стоит очень простой и внутренне большой человек, которому хочется, чтобы рядом с ним был еще кто-нибудь, и он радушно зовет к себе. В кадре появляется управляющий делами совнаркома Владимир Бонч-Бруевич. Ленин так и не отпустит его от себя до самого конца съемки. Этот жест Владимира Ильича означает, видите, рана не беспокоит, могу поднять и согнуть поврежденную руку. Thank you.
Последние кадры этой съемки. Владимир Ильич удаляется с площади. Редкий случай. Всего несколько секунд. Видим мы и тех, кому мы обязаны этой съемкой. В тот день в Кремле снимали фотограф Петр Оцуп, оператор Альфонс Винклер. Им помогали ассистенты.